Всем привет! С вами, как всегда, Олеся на вашем любимом канале «Готовим дома». И сегодня мы приготовим очень вкусный завтрак из армянского лаваша за считанные минуты. Этот рецепт армянской кухни называется «Йока», и со мной им поделился прекрасный человек из прекрасного города Сочи еще в далеком 2008 году. С тех пор, благодаря ему, такой быстрый, простой и вкусный завтрак – нередкий гость на нашем столе. Помидоры нарезаем ломтиками. Также ломтиками нарезаем ветчину или вареную колбасу. Можно не добавлять колбасу, если не хотите, или заменить ее отварным, например, куриным мясом. Мелко рубим петрушку. В сковороде растапливаем сливочное масло и кладем лист лаваша. Вырезаем его по размеру сковороды. Немного сбрызгиваем водой лаваш, чтобы жареный лаваш в готовом виде не был сухим. На лаваш кладем пару ломтиков помидоров. Немножко солим, перчим по вкусу. Пару ломтиков ветчины. Посыпаем все петрушкой. Разбиваем яйцо. И обильно посыпаем тертым сыром. Теперь аккуратно сворачиваем лаваш конвертиком. И обжариваем с двух сторон до румяной золотистой корочки на сливочном масле. Подаем на стол сразу с пылу с жару, но можно кушать и в холодном виде. Это очень вкусный завтрак. Обязательно попробуйте, а ваши впечатления и отзывы я с удовольствием прочитаю в комментариях. Также от души благодарю вас за лайки и добрые слова. Скорее подписывайтесь на канал, чтобы сохранить рецепт и не пропустить наши новые видео. А я еще раз напоминаю, что с вами была Олеся на канале «Готовим дома». И всем желаю приятного аппетита и прекрасного настроения.